Идем. Я ухожу. Это... Что у тебя с рукой? Я сказал Аману. Они все проверят, чтобы найти людей Таджавата. Я велел разместить тебя в СБГ. Майор. Ее отпускать нельзя. Ей очень плохо. СБГ защитит ее. И меня СБГ защитила бы. Почему вы забрали меня? Ты другое дело. Ты не она. Узнав правду от Хакури, я увидела его истинное лицо. Он смертельно опасен. Я не смогла бы навредить ему, но он хотел убить меня. А она... Она ведь работала с вами. Майор, вы враг его милости. Он не пощадит никого, кто связан с вами. А если с ней что-то... Посмотрите, что они сделали с ней. Возможно, она нарочно поранила себя. Ты не знаешь ее. Хватит, Рудра. Я знаю, ты меня ненавидишь, Рудра. И ты... Ты не веришь женщинам. Но ты можешь хотя бы уважать меня. Я же сказала... Мне лучше уйти отсюда. Майор, если она уйдет отсюда, я никогда не смогу простить ни вас, ни себя. Стой! Хорошо. Пока не выясню, правда ли тебя ищут люди Таджавата или нет, оставайся здесь. Хорошо. Спасибо вам. Идем. Паро, я... Как я останусь здесь? Это ведь ваша комната, верно? Да. Как ты узнала? Просто здесь форма Рудры. Твои вещи, браслеты. Да. Не беда. Ложись здесь. Да, я устроюсь на полу. Нет, ложись на кровать. Ты ведь ранена, верно? Паро, прости меня за все. Ты сейчас так помогла мне. Я буду благодарна тебе всю свою жизнь. Вам не стоит все это говорить. Но ведь мы так и не познакомились. Меня зовут Парвати. Лейла. Лейла, что было, то прошло. Будь мне подругой. Идем. Если что-то нужно, я здесь. Где ты была? Я
помогла ей и взяла вашу одежду. Что ты делаешь? Доктор сказал, что надо разработать руку. Это снимет боль. Рука не болит. Фокус-покус, раз, два, три. Рука больше не болит. Что ты бормочешь? Фокус-покус, раз, два, три. Рука больше не болит. Где мне переодеться? Она в комнате. Вам... Майор, у меня есть вопрос. Что? Когда я спросила вас в комнате, почему вы не дали забрать меня из БГ, вы сказали, что не хотели. Могу я узнать, почему? Да. Зачем тебе знать? Да, но... Поэтому... Ты одной минуты не проживешь. Поэтому мне и нужно было остаться с тобой. Это очень хорошо. Завтра утром Аман сообщит мне о подручных Теджавата. И она навсегда уйдет из нашей жизни. Я не хочу оставлять ее. Не хочу. Потому что она вас любит. Она все разболтала. Этого не потребовалось. Я увидела это на ее лице. В чем ее вина, майор? Ты моя жена! Знаешь, что она любит меня и умоляла меня, чтобы я оставил ее в доме. Что ты за человек? Чего ты улыбаешься? Да, просто от радости. Я очень рада слышать, что я ваша жена. И все благодаря ей. Вы признали это. Это меня и радует. Не беда, что она здесь, я... Я... Что? Она спит на кровати. А нам где спать? Только здесь.
Хватит говорить глупости! Убирайся! Я терпелив к тебе лишь потому, что ты мой друг. Но впредь я не хочу иметь с тобой никаких дел. Никаких! Очень приятно снова встретить вас. Что такое? У вас ведь гость в доме. И вместо вопросов вы качаетесь. Ну же, подвиньтесь, я тоже сяду. Стой там, где стоишь. Не забывай о своем статусе. И перестань считать себя гостьей в этом доме. Ты здесь по моей милости. И ты мне должна. Кого в долгу, мы решим потом, но вам. Вам нужно знать кое-что. Лейлу никто не может заставить. Я здесь по своей воле. И я хочу вернуть моего Рудру. Мой прежний Рудра. Он не такой, чтобы кружить вокруг этой девчонки. Прежний Рудра дикий. Точно как свирепый зверь. Такой ядовитый, что даже смерть побоится его ужалить. И у Парвати я точно раз и навсегда отниму своего Рудру. Ясно вам? Ага. Но по моей доброте. Все равно. Важно только то, что я вернулась в этот дом. И в эту историю. И теперь я точно не уйду. Даже если кто-то очень сильно этого захочет. Даже ты. Знаешь где? Знаешь где? Где я увидел ее? И с кем? Я увидел ее. Я увидел ее. Вы что-то хотели сказать, майор? Что-то, что вас так мучает? Я не хочу на вас давить. Надеюсь, что буду здесь, пока вы не доверите мне свою боль. Но я хочу, чтобы вы открылись поскорее.
хочу поделиться с тобой болью, Паро. Прошлое всегда преследует меня и по-прежнему гнетет. Всегда. Зачем беспокоишь в такую рань? Зачем? Хамелеон, просыпайся. Ты же хочешь отвоевать Рудру? Тебе важно задержаться в доме подольше. У меня одно условие. Мое счастье. Поняла? Уясни это. Уясни, прежде чем отключиться. Запомни мое условие. Как ты смеешь будить меня в 6 утра, принцесса цирка? Принцесса цирка? Циркачка? Если я начну представление, ты вылетишь из дома в два счета и глазом не моргнешь. Тебе ясно? И еще одно. Хамелеон, прибереги эту шкуру для остальных, но не для меня. Будь почтительной, и я пощажу тебя. Я тебя разбудила, чтобы дать тебе вот эту одежду. Выбери из того, что есть. И переоденься, чтобы стать частью семьи, а не чужачкой. Иначе семья никогда не примет тебя. И еще одно. То, что ты сделала прошлой ночью, повторять не вздумай. Запомнила? Переоденься. И через 5 минут в храм. Слушай. Что? Принцесса цирка тебе не нравится. А как насчет лгуньи? Лгунья — это та, что всем лжет. 5 минут. У тебя 5 минут. 5 минут. У тебя осталось всего 5 минут. Приходи в храм. Я не Парвати. С самого утра горячий чай. Знаешь, Митхали, когда мы были детьми, наша мама каждый день молилась Шиве, чтобы мы стали кем угодно, но не пошли в деда. А знаешь, почему? Потому что дед был очень странным. Его гнев, его гримасы, шутки. Сначала смешил до колик. Потом вдруг, внезапно, просто так бил нас. Мамиными молитвами Шива не дал нам с братом дедушкиного нрава, но зато он дал нам способность смешить. Он взял у деда все безумство и перелил в моего и его сына до самого края. Вот, теперь терпи. Простите. Пей чай. Молитва началась.
Амаро здесь, то кто в храме?